1,1. Ваш прогноз по Грузии. Ситуация в Грузии возникла благодаря деньгам и усилиям Кремля. Это очевидно. Иванишвили продвигал Кремль, продвигал пропагандистскую кампанию, продвигал инструментарий пропагандистский, морочение головы грузинам, и успешно. И такое впечатление, что они просто повторили модель, которая была успешна у Путина в России. Они ее повторили в Грузии, фальсификация выборов, преследование оппозиции. Ну, президент страны, который вывел Грузию из мрака Средневековья, находится в тюрьме. Но это позор этого государства, позор грузин, что они это допускают. Я там внимательно слежу за дискуссией грузинского общества вокруг этой ситуации. Это было даже во времена Саакашвили. Там я довольно часто прилетал в Грузию. Подходили какие-то люди, говорили, вот коррупция, она просто скрыта. Какие примеры? Давайте разбираться. Разбирались. Фейк. Все фейк. Изменения произошли радикальные. Михаил Саакашвили страну продвинул из состояния варварства, средневековья, когда кланы владели разными направлениями там, государственной жизни, экономики, и не собирались отказываться. И, между прочим, тем самым помогали Саакашвили реформировать. А вот сейчас где-то я прочел, Саакашвили занимался репрессиями. Он занимался репрессиями против преступников. Это единственный способ решения проблемы. Он занимался репрессиями против предателей Грузии, которые восстанавливали сотрудничество со спецслужбами России и усиливали влияние спецслужб России. Вот. Я думаю, что вся эта структура, созданная Иванишвили и предателями Грузии, она рассыпется в тот момент, когда Путин отойдет от власти, когда эта группа отойдет от власти. Потому что вот эта новая власть грузинская, она существует только благодаря России. И, я надеюсь, освободит Грузию, исчезнет из Грузии, когда прекратится финансирование и организационная поддержка этой фиктивной власти. Их больше никто не избирает, они сами себя назначают. Это очевидно. Вот, ну и я надеюсь, что сами грузины чухнутся сейчас. Ну, достаточно прозрачный намек был сделан со стороны Европейского Союза, что, ребята, вот в этой форме мы вас принимать в цивилизованное сообщество не будем. Если вам это непонятно, то вот вам наша, так сказать, экспертиза, свидетельство. Эта власть – это не демократическая власть. Вот, так что, ну, делайте выводы, пожалуйста, грузины.